А волонтеры Восточного экономического форума получили награды. Глава региона Андрей Тарасенко вручил ребятам благодарности. В работе форума участвовало 600 молодых людей из разных регионов России, большая часть из Приморья. Волонтеры встречали гостей в аэропорту, помогали ориентироваться на площадке ВЭФ. Все добровольцы прошли серьезную подготовку. Они владеют иностранными языками, имеют опыт работы на предыдущих форумах и других международных мероприятиях. В форуме 2018 года участвовало более 6000 гостей из Японии, Китая, Республики Корея, Индии, Монголии, США, Швейцарии, Великобритании и Франции. Огромное спасибо, то, что ваш труд, который вы сделали сегодня на ВЭФе, та душевная ваша забота и те подвиги, которые вы совершали, провожая гостей, встречая их, это бесценно. Сегодня Приморский край становится востребованным. Много интересного состоится у нас еще таких мероприятий, как ВЭФ в следующем году, как морской салон, регаты и так далее, и так далее.